Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy Note 20. И сейчас мы разберемся, как включить резервное копирование для аккаунта Google на данном телефоне. Что, для этого переходим в настройки. Идем в службу Google. Выбираем кнопку резервное копирование, нажимаем на нее. И сейчас, как видите, автозагрузка от Google One уже есть. Либо мы можем ее отключить и удалить. Сразу же появляется вот такое уведомление, либо даже если мы выйдем, если оно вдруг у вас было выключено, обычно, когда вы добавляете аккаунт, оно сразу включается, но если выключено, переходим в настройки, открываем службу Google, нажимаем резервное копирование и нажимаем включить. Таким образом оно сразу начнется. Потом нажимаем начать копирование, если не началось автоматически. И ждем, пока просто произойдет резервное копирование. Можно даже, в принципе, не оставаться на этом окне, оно произойдет в фоновом режиме. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч.